Вы смотрите телеканал Freedom. Спасибо, что вместе с нами узнаете правду о войне в Украине. Украина остается самой заминированной страной в мире. И каждый день войны прибавляет работы саперам, пиротехникам на месяцы и годы вперед. Поля, леса, дороги и подходы к линиям электропередач – они сплошь усеяны опасными предметами. В Николаевской области помощь пиротехникам иностранные партнеры передали уникальную систему разминирования «Бажена». Машины управляют дистанционно, движется она со скоростью 12 км в час, а за день может обследовать около 20 соток земли. Этот показатель гораздо выше, чем при работе саперов вручную. Адам – владелец фермерского хозяйства. Второй год мужчина не выходит работать в поле. Очень много было прилетов, очень много мин. Что есть, видим. Мы выращивали здесь овощи. 250 гектаров капельных овощей на капельном орошении. Затем мы перешли на дозревание. Сейчас там стоят машины, и тоже они повреждены снарядами. Аграрий решил не разминировать поля самостоятельно. Мои племянники и те люди, которые вместе со мной свои поля каким-то образом обрабатывают. Они рисковали и находили снаряды. Бог миловал, что не разорвались снаряды. Я не посчитал это необходимым. Сам не заходил и людей не пускал. Я не хотел, чтобы кровь чужая была на моих руках, в моем роду, в моих детях. Фермер ждал, когда на его угодья приедут саперы. Сейчас специалисты уже работают. Стоит техника. Мы готовы сегодня заходить в поле. Чтобы я здесь сеял сегодня и орал, люди рискуют. Помогает саперам система разминирования «Бажена». Машина устроена так, что непосредственное присутствие специалиста не нужно. Ею можно управлять на расстоянии до 2 км. Чудо-техника приехала в Украину из-за рубежа. «Бажены» сейчас работают в Харьковской, Николаевской и Херсонской областях. Наши партнеры из Словакии передали нам для разминирования полей машины «Бажены», начиная с неразорвавшихся снарядов, которыми россияне забрасывали наши земли, заканчивая минными полями, которые они оставили после себя. Под мощными лопастями взрывоопасные предметы сразу же детонируют, но попадаются и такие, которые придется специально подрывать. «Бажена» ускоряет процесс разминирования, однако в Николаевской области потенциально опасные еще почти 300 000 гектаров земель.